Валерий Коровин убежден, что армянская сторона, не удовлетворена итогами 44-дневной войны, считает себя проигравшей стороной и не желает мириться с установившимся порядком в Карабахе. По этой причине в Ереване пытаются использовать любые зацепки, чтобы вернуться вновь к пересмотру нынешнего положения дел. В Армении прекрасно понимают, что Минская группа ОБСЕ не имеет больше никакого отношения к переговорному процессу и со всей очевидностью признают, что только от Москвы зависит мир в Карабахе. Однако вместе с тем, они не теряют надежд, чтобы как-то зацепившись за любую возможность открутить ситуацию к моменту до начала 44-дневной войны. Такой сценарий наиболее вероятен при поддержке иных центров силы помимо Москвы. В общем-то, это и пытается сделать прозападная либеральная часть армянского истеблишмента. Как передает Азия Ас, такое мнение высказал Калибер Ас, член изборского клуба, директор Центра геополитических экспертиз, заместитель руководителя международного евразийского движения, российский политолог Валерий Коровин. Вот и все. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!